лейтенантом милиции Украины. Представляет спортивный клуб «Оплот». Чемпион мира или мистер свиту по ММА, дамы и господа, Алексей Олейни! Let's get ready! Слушаем мои команды. Listen to my command. Соблюдаем правила. Follow the rules. Пусть победит сильнейший. Первый раунд. Ladies and gentlemen, на первой минуте, 48 секунде первого раунда, нокаутом победу одержал капитан спортивного клуба «Оплот» Алексей Олейни! Буквально один вопрос чемпиону. Скажите, пожалуйста, Алексей Алексеевич, большинство поединков вы заканчивали все-таки удушающими болевыми приемами, но последние бои вы все-таки старались как можно больше провести бой в стойке. Скажите, пожалуйста, на этот поединок был план все-таки бой в стойке или это был все-таки переход на джиу-джитсу, ваш фирменный стиль? Пусть они сами выбирают, правильно? На самом деле, то есть по плану, то есть как соперник действовал, так я и должен был поступить. То есть он начал работать стойки, чуть-чуть пошел, оказался в нужном положении для борьбы, для добивания. Но я не мог потерять эту позицию, то есть это было бы непрофессионально. Постарался воспользоваться тем, что у меня появилось. Спасибо. Дамы и господа, чемпион мира по ММА, капитан СК «Оплот» Алексей Олейни!